Шел по улице, увидел транспарант. Не требуем от посетителей QR-кода. Обрадовался, вошел, оказалось, привычный пункт. Черную пятницу не купил ничего. Действительно, сэкономил кучу денег. Класс, мне понравилось. Когда там следующие головокружительные скидки? Женщина посещает мужа в тюрьме. Ну, как живете? Денег хватает? Заботливо интересуется заключенный. Не переживай, милый. Все у нас в порядке. За твою поимку нам столько заплатили, что мы ни в чем не нуждаемся. Ты мне напоминаешь буревестника. Что, такой же гордый и парящий над обыденностью? Нет, все время появляешься перед какими-то гадостями. Меня можно не любить и даже ненавидеть, но я никогда и никому не позволю вытирать об себя ноги. Ты кто? И почему ты постоянно путаешься у меня под ногами? А ежи! Что ты делал всю ночь на кухне? В смысле? Что в смысле? Ты всю ночь стучал, гремел, шелестел, открывал кран. Я из-за этого просыпалась. Я мыл посуду. Всю ночь? Откуда у нас столько грязной посуды? Ну, я периодически ел, а потом мыл. На улице в Одессе встречаются двое старых знакомых. Один спрашивает, что, так плохо живете? Почему ты так решил? Только в одной руке сумка. Учительница поставила Вовочке 2 за урок. Он достает из кармана пистолет и говорит, может, подумаете? А учительница достает из стола пулемет и говорит, а что тут думать-то? Самое сильное влияние на улучшение памяти оказывает уличная обувь. Как только ее надеваешь, сразу вспоминаешь все, что забыл взять с собой, выходя из дома. На улице женщина кормит хлебом птиц. Идущий мимо прохожий ворчит. Люди в Африке голодают, а она тут птиц хлебом кормит. Мужчина, ну что вы ко мне пристали? Я же до Африки не доброшу. Муж спрашивает жену-блондинку. Если 4 яйца варится 4 минуты, то сколько будет вариться 8 яиц? Жена подумала и отвечает. 8 минут. Муж смеется. Это по какой логике? Жена. По кастрюльной. Нашу кастрюльку для яиц больше 4 штук раз не влезет. Подписываемся, кликаем на колокольчик.